Ливерпуль разбил Манчестер Сити в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов 3-0. Садио Мане забил третий гол в матче, а еще он всю игру унижал дефолт Сити финтами. Например, после одного из трюков сенегальца Николаса Отаменди наверняка потеряет от 15 до 20 очков рейтинга в FIFA 18. Мане забил 7 голов и оформил 3 ассиста в ЛЧ 2017-18. Сити был так бездарен, что ни разу не пробил в створ ворот Лариса Кариуса. Ответный матч клуба сгоняют 10 апреля в Манчестере. Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube.